What you say? That you only meant well, well, 'cause you did. What you say? Вначале создадим легкий летний макияж. Летом я люблю использовать BB-крем. У меня от Clinique с SPF защиты 30. Очень легкий. Затем я маскирую свой прыщичек на подбородке корректором от фирмы MAC на водяной основе. Теперь фиксирую весь макияж пудрой. Совсем немного. Просто фиксирую макияж. Обязательно нужно нанести базу на веки под тени, чтобы тени держались в течение всего дня, так как лето, жара, все может поплыть. Я прорисовываю складку века коричневым тенями от светлого к темному и также нижнее веко подчеркиваю. Затем на подвижное веко наношу пигмент от Jade розовый с золотом. Очень красивый пигмент. И теперь рисую стрелки. Макияж создается очень быстро и легко. Во внутреннем уголок глаза тоже наношу пигмент, чтобы глазки выглядели сияющими. Теперь наношу базу под тушь от Estée Lauder и сверху тушь от Benefit. Буду использовать в этом макияже бронзер от Clinique. Просто бронзер. Он создает красивый эффект загара. А также я им контурирую лицо. И наношу хайлайтер от фирмы MAC в золотом оттенке. Теперь губы буду оформлять при помощи карандаша от Flormar и блеска суперстойкого для губ от Makeup Forever. Тот же пигмент я наношу на нижнюю губу, для того, чтобы цвет губ адаптировать под макияж. Теперь приступим к прическе. Волосы должны быть свежевымыты. Пробор я сделала посерединке. Теперь я беру верхнюю прядь и поочередно от лица начинаю накручивать на нее нижние прядки, создавая эффект мальвинки. Беру прядь снизу, накручиваю на верхнюю, затем беру опять нижнюю, опять накручиваю на верхнюю. Создается такой жгутик. Дохожу до уха и затем беру обычный крабик и фиксирую сзади прядь. И приступаю точно так же от лица заворачивать вторую половинку. Затем нам понадобятся силиконовые резиночки под цвет волос. Я беру два жгута, которые у меня получились, и завязываю хвостик при помощи силиконовой резинки. Да, теперь нужно распушить ваши волосы, немного повысовывать прядки. Создаем тем самым небрежный романтический образ. И сзади прядки тоже немного повытаскиваем, затем просовываем вовнутрь, в дырочку, хвост наш. Тем самым как бы мальвинка вывернулась немного. Теперь берем прядь слева и справа. Это я сделала для того, чтобы показать вам, как брать пряди. Волосы я на бок перевожу и теперь в таком же порядке я беру одну прядь с одного края, вторую прядь с другого края и завязываю хвостик на силиконовую резиночку. И также просовываю вовнутрь, в дырочку этот хвостик. То же самое я делаю поочередно с каждой прядью. Завязываю резиночку силиконовую и хвостик продеваю вовнутрь, в дырочку и высовываю. Каждый полученный завиток нужно обязательно пальчиками распушить. Тем самым создается объемная коса без плетения. Очень красивая, эффектная и прочная. Ну все, мой макияж и прическа готовы. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока-пока.